В воскресенье 25 июля в Фурманове отметили День военно-морского флота России. Торжественное мероприятие, посвященное празднику, началось с церемонии возложения цветов к монументу славы, а затем по традиции продолжилось на улице Большая Фурманская. Несколько лет назад знаменитый путешественник Федор Конюхов подарил фурманскому художнику Вячеславу Егорову якорь, который был установлен у родительского дома известного многим жителям человека Геннадия Михайловича Медведева. С тех пор ежегодно в последнее воскресенье июля в нашем сугубо сухопутном городе по-особому отмечается День военно-морского флота и развиваются традиции морского братства. Обладатели твердого морского характера, все те, кто связал свою жизнь с нелегкой морской профессией, собираются у памятного места, чтобы вспомнить годы службы и пообщаться с единомышленниками. В ходе мероприятия приветственный адрес главы Фрунзенского района Романа Соловьева зачитал заместитель главы администрации Сергей Окунев, после чего вручил благодарственные письма главы ветеранам флота Андрею Андреевичу Пашкунову, Евгению Юрьевичу Денисову, Николаю Михайловичу Кузнецову. Также благодарностью за активное участие в военно-патриотическом воспитании граждан, поддержку мероприятий военно-исторической направленности был отмечен Геннадий Михайлович Медведев. Сотрудник галереи Светлана Аверинская поздравила моряков, сделав несколько набросков с места события, в числе которых портрет старшего мичмана Николая Кузнецова. Во-первых, хорошо, что народ собрался. Правда, у Вечного огня маловато было, а сейчас вот здесь, у этого памятного места нашего, где якорь, на Большой Фурманской, собралось, ну, приличное, конечно, количество народа. Молодцы, конечно, вот моряки не подкачались, они собрались. Прямо, не все, правда, но все же, понимаете, хоть отдали должное в памяти своих бывших коллег, бывших друзей, братьев и так далее. Морское братство – это самое крепкое братство, но никогда не было слабым. Поэтому в любой обстановке, в любой момент на нас все же, на моряков, всегда можно будет положиться. Почетный гражданин Фурманского района Валентина Николаевна Кустова поздравила представителей самой мужественной, романтической и красивой профессии с профессиональным праздником, вручила организаторам и вдохновителям мероприятия «Знамя Победы», отметив огромную заслугу военно-морского флота страны в деле победы над фашизмом в годы Великой Отечественной войны. В этот день звучали стихи и песни о родине, военных моряках, морских просторах. Ветераны флота делились воспоминаниями о службе. И вообще, когда экипаж дружный, изумительно. Все получается? Ну, как же, никого там и не... Главное, все в порядке. А были какие сложности, наверное? Да? Ну, так шторма-то знаешь какие, выше это самые мачты. Идешь, а она волна вон там выше. Страшно было? Нет. А что надо делать, когда такой шторм? Улыбаться. Улыбаться. Всем желаю здоровья. Удачи и долгих лет жизни. Чем дальше общаемся, тем лучше для нас всех. Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, взаимопонимания, уважения друг друга. И самое главное, дружба была чтобы крепкой. Закончилась встреча моряков традиционным исполнением марша «Врагу не сдается наш гордый варяг», песни, прославляющей подвиг российских героев-моряков. Пощады никто не желает. Врагу не сдается наш гордый варяг. Пощады никто не желает.